Рэйчел Брайт и Дебби Глиори «Давай дружить». В заповедном лесу на зеленой опушке жили весело вместе лесные зверушки. Два лисенка, зайчата, лохматый совенок, две летучие мышки и рыжий бельчонок. А под дубом ветвистым, что стоит на пригорке, жили мышки в уютной двухкомнатной норке. Семь братишек-мышат, папа-мышь, мама-мышка и одна очень добрая мышка-малышка. Преогромное сердце у мышки то и было. Всех на свете она очень-очень любила. Эта мышка была слишком малого роста, а таких не заметишь, бывает так просто. Все куда-то спешили, куда-то бежали, и, конечно, ее постоянно теряли. «Подождите меня! Ну куда вы бежите? Почему вы со мной дружить не хотите?» Даже в диком лесу голос маленькой мышки непременно когда-нибудь кто-то услышит. «Я с тобой поиграю, ква-ква, если надо. У меня в квартире такая прохлада. Раз разбег, два прыжок и ныряй, ква-ква, к воду. У меня здесь ква-квасно в любую погоду». «Я бы тоже нырнула с пенька, будто с вышки. Только плавать пока не обучены мышки». «Забирайся ко мне, мне помощник здесь нужен. Мы ореховый торт приготовим на ужин, наберем сладких ягод, залезем повыше». «Очень жаль, по деревьям не лазают мыши». «Мы летать не умеем, ведь мы же не совы, и висеть вверх ногами, увы, не готовы. Как мне друга найти? Потерялся он где-то, может, он улетел на другую планету». Вдруг стемнело вокруг, дождь заплакал осенний, поползли по оврагам зловещие тени. К ночи лес почернел, стал таким незнакомым, как теперь отыщу я дорогу до дому. Сбилась мышка с пути, заблудилась бедняжка, одному в этом мире приходится тяжко. Скажу вам, ребята, так бывает на свете. Друга верного рядом легко не заметить. Может быть, он в дупло или в норку забрался, или, может, в высокой траве потерялся. Но однажды, я верю, твой друг отзовется. Он тебе подмигнет, он тебе улыбнется, он споет для тебя или даже станцует, чтобы все вдруг узнали, что он существует. Я гляжу с восхищением на эту картинку. Наша мышка нашла для себя половинку. Если две половинки окажутся вместе, жизнь у каждого станет вдвойне интереснее. Можно в салки играть, летать на качелях, или спрятаться в норку от всех на неделю, или, взявшись за лапки, сидеть до рассвета. Даже мышки, я знаю, мечтают об этом. Как две капли воды, половинки похожи. Вместе в солнечный день или в день непогожий. Вместе осенью, летом, зимой и весной, вместе есть, вместе спать и гулять под луной. В заповедном лесу на странице из книжки повстречались однажды две добрые мышки.